1 января мы в селе Верхняя Яштуха. Сейчас будем проезжать храм Преображения Господня, где служил преподобный Серафим Романцов. Вот проезжаем храм. Сегодня день его памяти. 1 января 1976 года почил о Господе в Сухуме духовник Глинской пустыни, старец преподобный Серафим Романцов. Старец Серафим в миру Иван Романцов родился в 1885 году в небольшой деревне в Курской губернии. С молодости возлюбил Христа, ушел в Глинскую пустынь. Когда началась Первая мировая война, молодого послушника призвали, он отслужил. И после ранения, после госпиталя заезжал в Петергоф к своим родственникам Романцовым. В Петергофе сохранились фотографии Ивана в военной форме с его тетушкой. Семья Романцовых очень дорожит этими фото. Далее Иван вернулся в Глинскую пустынь, стал монахом, затем духовником. Во времена гонений советской властью православных христиан Глинскую пустынь закрывали, и монахи уходили в разные города. Преподобному Серафиму пришлось жить и в Ташкенте, и в Сухуме. В Сухуме он помогал очень многим людям, окормлял страждущих. К нему приходило очень много людей, и 1 января 1976 года он почил. Похоронен он был на Михайловском кладбище при церкви Преображения Господня. А мы едем на службу в Каменский монастырь. Храм Преображения Господня в селе Верхняя Яштух. Еще называют храм в Михайловке. И здесь служил преподобный Серафим Романцов, когда уже закрыли Глинскую пустынь, и старцы приехали сюда на Кавказ отшельничать. Мы идем к могилке преподобного Серафима. Здесь похоронены отшельники, подвижники Кавказских гор. Вот. Преподобная очи Серафиме, моли Бога о нас. Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь находится десница преподобного Серафима Глинского. Сейчас мы подойдем к мощам. После прославления мощи преподобного Серафима были подняты в Глинскую пустыню. Святый Бог.
святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.